Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня 12.01.22 года. Вышла новая обнова, новое подземелье, замерзший храм. 1 час. Давайте посмотрим. Монеточки, 30 уровень видим. И 50 уровень. Давайте отправимся. О, тут люди уже вовсю фармят. По 27 тысяч опыта. 800 атены. Ничего себе. Неплохо, неплохо. А ну тэпнемся по локе. ПВПшиться можно? Вы не можете атаковать в безопасной зоне. По 26 тысяч опыта, неплохо. Так, давайте отправимся и... 30 уровнем. Ну, аналогичная локация. По 4000 опыта. Главное, что тут фармится Адена. Очень неплохо. Сброс ежедневно в 4 часа утра. Так, тут также все. Опа, пачки. Добавили 6 этажей логова Антароса. Ничего себе, синька падает. Блин, не рано туда еще. Если я на первом этаже сяду, не очень чувствую. Жесть. Чудовищный дракон. Слабая стихия ветер, значит, кольцо земли нужно. У меня как раз такое колечко лежит. Ветер, ветер, ветер. Ух, 6-й этаж. Везде ветер, что ли, вода, значит, огонь. Так, а что у меня за кольцо лежит? Земля. Так, собираем. Круто, круто, круто. Так, сейчас посмотрим, как они там бьют. Сильно ли 4-й и 1-й можно тэпнуться. 100 тысяч, 100 тысяч атены. Мне страшно, мне просто страшно. Что тут за мобы? Так, давайте тэпнемся по локации. Не, у меня персонаж попадает по ней. Через раз, но попадает. А ну сосками. Ничего себе. Так тут синька падает. Но не гасят тут неплохо. Получается. Это 4-й этаж. Четвертый этаж у нас. Вода. Надо на 5-й идти. У меня кольца как раз к 5-му этажу. Так. Мы на 5-м этаже. О, хикскилл тут уже фармит. Запекашить его. Нафиг он надо. Не рановато еще сюда. У меня 62 и плюс еще
соски точность дают. Жесть, они сносят тут. Она себе кольца один. Но это минус сразу 6 точности. Да, с землей так нормально. Но без точности я ничего не могу сделать. Да, без колец тут вообще нифиг делать. Да, кольцо, конечно, блин, есть. Сопротивление земле плюс 45%. Ну, кто не знает, кольца при заточке дают точность. Вообще нечего мне тут делать. 62 точности, мне тут нечего делать. Ага. Счастливый росток. Наверное, со всех мобов будут падать эти счастливые ростки. Вот, вот счастливый росток. Ну, хилки сразу минус. Зелье развития. Это один раз получается 5 этих. Обновление ежедневно 4 утра. Вот это сундук с серьгой дракона огня и земли. Ну и вот это тоже очень интересно. Модификация украшений. Это один раз получается, но это тоже. Ну тут фиг где станешь завтра. Это по-любому. Не, ну тут час как бы. 3 часа ночи просто. Люди уже позаходили и поставили персов. Одены. 1100 одены. 1600 одены. Ничего себе тут одены сыпет. Учись, что по 27 тысяч опыта сыпет. Тут можно масухами бить, тебя никто не убьет. Так, а куда тут лучше двигаться? По-любому в центр, мне кажется. Ну, давай попробуем добраться до центра. Опа. Да, тут народу фиг станешь. О-о-о-о. Шикарно. Нашел. Жесть, это Денис и бит. Прелесть просто. Не, ну тут можно сосками, лучше сосками. За эти монеты можно создавать предметы. Зелье. Влад 2 добавили трейд.
при достижении 50 уровня вы сможете обмениваться героическими предметами и продавать алмазы. Но можно пользоваться трейдом еще по-другому. Нажимаете «Личная сделка», если персонаж ниже 50 левела, то она напишет, что условия не подходят. Можно этим пользоваться. Ладно, с вами был Розе, всем до новых встреч.